Братан, давай ты полтлет нарисуем. Ты же, братан, как курица лапы рисуешь. Да это когда был-то, сейчас ты иначе. Я уроки брал и теперь рисую как профессионал. Конечно. Да серьезно. Ладно, нарисуй. А ты не против, если я себя рядом с тобой нарисую? Не против. Окей. А шевелиться, братан, можно? Нельзя. Тогда быстрее рисуй. Хорошо. Ну что там? Я только начал. А уже пора заканчивать, не очень пошевелиться охота. Валёк, не торопи меня. Ладно. Только, Валёк, тебе еще надо будет почувствовать рисунок. Это как? Поймёшь. Долго, братан, ты там еще? Не, еще чуть-чуть. Я уже сдолбался не шевелиться. И все. Показывай. Вот. А ты у кого уроки по рисованию, братан, брал? У слепого? Нет. А чего ты тогда лучше рисовать не стал? Потому что всего два урока взял, а надо больше. Рисунок я как должен прочувствовать? Ну смотри, это я. Так. А это ты. Угу. А это 200 рублей, которые ты мне отдаешь. И? Отдай мне мои 200 рублей. Какие еще 200 рублей? Которые ты у меня брал на какую-то лизину. Чего? Я, если честно, Валюк, сам нифига не понял. Ты собирался идти к Леночке, подошел ко мне и сказал, дай мне 200 рублей. Я спросил, зачем они тебе? Ты сказал, что на лизину и пообещал отдать. Так тот давай. Все, я вспомнил, на какую я резину у тебя денег стрельнул. На какую? Неважно. Давай мои 200 рублей. Братан, я пообещал, что отдам, правильно? Правильно. Ты знал, что обещанно 3 года жду? Не знал. Теперь знаешь. 200 рублей гони. Ты дурак? Чего? Я тебе пообещал, что 200 рублей верну. Все правильно. А обещанного, братан, 3 года жду. Что за блин? Бать. Чего? Сколько обещанного жду? 3 года, а че? Ничего. Ну ничего так ничего. Понял? Да это ты, Валёк, просто батя подговорил и все. Ну, мамки спроси. Окей. Мам! Да-да. А сколько обещанного ждут? 3 года, а чё? Да не, ничего. Ну ладно. Съел? Съел. Это что, я свои 200 рублей только через 3 года увижу? Блин. Не мы такие, братан. Жизнь такая. Это не жизнь такая, Валёк. Это ты, козёл хитрый.